Друзья, всем привет и с Рождеством всех, кто его празднует. С вами Колян, и к новогодним праздникам мы возвращаемся в наш зимний городок в City Skylines. Этот видосик планировался как традиционный зимний видос к первому дню зимы, но переходник для моей видеокарты, к сожалению, так и не приехал. Надеюсь, хотя бы к Новому году он уже будет у меня и новогодний видос получится записать. Как видите, без видеокарты, в принципе, у меня ноут тянет City Skylines, но довольно неприятно смотреть на то, с каким трудом ему это дается. Поэтому для рождественского видосика я до последнего дня ждал приезда переходника, но и оставаться совсем без видосика на Рождество я тоже не хочу, поэтому сегодняшняя серия выходит в не самом лучшем качестве, за что я заранее извиняюсь. Но в принципе по содержанию сегодняшняя серия тоже будет достаточно простенькая, потому что мы не будем строить сегодня что-то новое, а просто посмотрим на то, что я исправил в уже построенном городке с получением доступа к модам, благодаря которым я смог сделать его пореалистичнее и покрасивее, чем он выглядел во время облачного гейминга на полностью ванильной игре без модов. Так что заматывайтесь в плед и настоятельно рекомендую налить глинтвейна, чтобы пьяненьким глазом наслаждаться видосом, даже несмотря на его не лучшее качество. В самую первую очередь, благодаря моду, позволяющему выходить за пределы своих владений и долетать до самого края карты, я занялся дорогами, поскольку с самого начала мне не нравилась вот эта вот огроменная трасса, и я еще прошлой зимой уже заранее планировал, что с доступом к модам я ее сразу же заменю на вот такую вот красивую четырехполосную американскую дорогу, которую я тоже сам сделал с помощью мода Road Builder, и я ее старался сделать максимально стыкующейся с ванильными дорогами, хотя вот сейчас, глядя на то, как она получилась, я задумываюсь о том, чтобы сделать вообще полностью свой собственный набор дорог специально, ну, например, для американского городка. Но пока что я ломаюсь, и, в общем-то, вы можете помочь мне с решением в комментариях, стоит ли мне вообще полностью сделать свой набор дорог для нашего зимнего городка. Благодаря глобальной перестройке дорог, теперь главная трасса проходит не в обход города, а становится его главной улицей. Но в связи с этим наш самый первый бульвар, по сути, идет в никуда. Для того, чтобы решить эту проблему, я немножечко изменил дорожную сетку города, чуть-чуть восстановив маршрут, по которому трасса пролегала изначально. Теперь у нас появилась вторая главная улица, которая немного разветвляет транзитный трафик, и на перекрестке этой новой улицы с нашим главным бульваром образовался городской автовокзал, так что теперь наш город связывается с внешним миром междугородними автобусами, чего ему очень не хватало, потому что раньше единственный автобус у нас делал кольцо по центру города и ехал в соседний городок, где единственной связью с внешним миром была наша железнодорожная станция, которую, кстати говоря, я тоже немножечко перестроил и сделал немножечко красивее, добавив на нее, во-первых, автобусный вокзал и, конечно же, парковку. Кстати говоря, парковки — это еще одна вещь, которой мне очень не хватало в ванильной игре, пока я играл через облако. И забавно, что именно когда я установил игру на свой компьютер, в ванильную игру таки добавили парковки, так что я решил не устанавливать дополнительный мод, потому что старался установить их как можно меньше и выбрать только самые нужные. И с удовольствием воспользовался теми парковками, которые ванильная игра мне предоставила. Собственно, парковкой обзавелся, конечно же, не только железнодорожный вокзал. Большая парковка у нас появилась там, где она с самого начала должна была быть, рядом с центральной площадью и городским парком в Maiden Point. И эта парковка как раз-таки довольно-таки удачно заполнила пространство между площадью и парком.
Кстати, глядя на центральную площадь, можно также заметить, что в процессе перестройки дорог я пересадил деревья на нашем бульваре, и теперь на нем растут вот такие вот красивые елочки. И я только сейчас заметил, что в процессе перестройки я забыл нарисовать пешеходный переход на перекрестке с новой дорогой. Сейчас мы это быстренько исправим. О, вот теперь красота. Собственно, вот наш центральный перекресток в самом центре нашего городка. Кстати говоря, еще пока я занимался дорогами, я даже немножечко внимания уделил названиям улиц, так что теперь центральный бульвар у нас называется Maiden Boulevard, а главная улица, также являющаяся транзитной трассой, теперь у нас носит имя Фрэнка Синатры, лично для меня и, думаю, не только, главного саундтрека новогодних праздников. Ну и, собственно, помимо самих городов, также я немножечко подправил и в целом всю карту. Например, соединил нашу трассу с автострадой, проходящей по побережью, немного перестроил железные дороги и немножечко поковырялся с рельефом. Собственно, главная причина, по которой я не записывал сам процесс, то, что я, в общем-то, постоянно перепрыгивал с одного дела на другое. Сначала там что-то исправлял в самом городке, потом резко улетал куда-то на другой конец карты, потом снова возвращался в соседний городок и так далее. Ну и также в процессе я уже сделал себе некоторые разметочки для последующих видосов. Собственно, еще одна причина, по которой я не хотел записывать процесс исправлений при переходе с облака на компьютер, потому что я изначально планировал сразу же записать видосик со строительством нового городка и горнолыжного курорта, но поскольку видеокарту я к Рождеству подключить не успел, я решил отложить это на потом, чтобы уже снять это в хорошем, достойном качестве. Ну и также, помимо городов, у нас еще есть остров, который в процессе обзавелся названием Крествуд, на котором мы в самых первых сериях строили лесопилку и причалы для рыболовных катеров. Собственно, опять же, с установкой модов, благодаря моду на покупку всех доступных квадратов, я расширил нашу лесопилку, потому что в первых сериях она у нас упиралась в границу наших владений, теперь же она занимает половину нашего острова, ну а вторую пустующую половину у нас украсил вот такой вот красивый горный парк, вход в который расположился на конце дороги, проходящей по нашему острову, как раз таки став ее логическим завершением вместе с парочкой ресторанчиков и парковкой для посетителей парка и рыболовов. Собственно, парк в этой части острова планировался с самого начала и даже мог быть в одной из первых серий по нашему городку, но я его старался все-таки отложить до следующей зимы, поскольку строительство на таких горных уклонах без модов, еще и через облако, еще и с телефона на эмуляторе геймпада, было бы настоящим мучением. А вот на ноутбуке с определенным рядом модов получилось ровно так, как я хотел его видеть.
Собственно, пока я все это рассказывал и любовался видами нашего городка с обзорных площадок нового парка, начинается рождественская ночь, и не только в игре, но и, собственно, у меня в реальной жизни, поэтому на данном моменте я с вами прощаюсь и ухожу отмечать Рождество. В этот раз серия получилась немножко коротковата, но надеюсь, что в рождественскую ночь все-таки ко мне приедет посылка с моим переходником, и в Новый год мы с вами сможем увидеться в новогоднем видосике или даже на новогоднем стриме. Всех с Рождеством и наступающим Новым годом! Заваривайте глинтвейн, с вами был Колян Тепловозыч, всем пока, всем хорошего настроения!